Мэр Магадана Юрий Гришан подписал постановление о продлении месячника чистоты до 15 сентября. Напомним, стартовала череда субботников 11 мая. Цель – очистка областного центра от скопившегося за зиму мусора. Принять участие в субботниках могут все желающие. Для этого нужно всего обратиться в мэрию, выбрать площадь и определиться с необходимым инвентарем. Телефоны 8-41-32-201-112 и 8-41-32-201-113.